В детской поликлинике был запущен новый сервис СМС-рассылки для мам новорожденных деток до года жизни с напоминанием о том, что им необходимо пройти ежемесячный профосмотр в детской поликлинике в день здорового ребенка, вторник, четверг. Эта СМС-рассылка отправляется уже третий месяц подряд. Первые два месяца был тестовый вариант, там была достаточно маленькая база мобильных телефонов. Да, в этом месяце мы отправили на 103 адреса СМС-рассылку, в которой мы указали, каких специалистов необходимо мамам пройти. Указали мы это посредством ссылки на наш интернет-сайт, на котором размещена страничка, где очень подробно расписаны ежемесячно, какие специалисты необходимы для осмотра. Мы первые, кто сделал эту СМС-рассылку, и в будущем мы планируем этот сервис расширять. В этой же СМС-рассылке будет приходить ссылочка, по которой мама сможет перейти и записаться, соответственно, сразу через телефон к врачу на прием.